Здравствуйте, друзья! Часто вы спрашиваете, как у Луняши проходит так называемый гон, что она делает, когда просит кота, что делаем мы, как она вообще себя ведет. И вот сегодня я решила записать видео. У Луши сейчас самая активная фаза. Длится это все в районе 70 дней. И вот где-то на 3-4 Луша просто здесь выглядывает. Высматривает. Не леопарда, а корову, там корова пасется. Вот, и сейчас прям самая такая активная фаза. Надеюсь, вам будет интересно посмотреть за ней, за ее поведением, что делаем мы. Все, приятного просмотра. Булочку смотрит на корову, на коровушку. Как же корову погонять? Вот такие валяшки, обезьяшки. Бусечка, ну что такое? Ну что это такое? Да, вот так вот. Вот так. Да. Ну да. Страдалец твой. Кисочка грустненькая, грустненькая кисочка. О-о-о, говорит, о-о-о. Наскакалась, набесилась. Все силы забирает, да, из тебя. Это хотячка. Ну и вот она, конечно, к Вовочке привязана. Нужно, чтобы рядом был. Тогда спокойно. Это не клещ. Это сосок называется. Ну вот, естественно, она не постоянно такая перевозбужденная. Так, поведет себя немножко, потом успокаивается. Сегодня это получается третий день всего. Этот период длится 7-10 дней, так что вот сейчас как раз самая активная фаза, так сказать. Так что вот, вы свидетели. Венечку погуляла, да. Жарко, на прохладном полу лежит. Надо всегда рядышком присутствовать где-то. Да, спать одной грустно очень в комнате. Да, вот. Венечка тут. Венечка не разделила любви кисиной. Ведь? Сиди. Садись, сейчас будем кушать. Сейчас кушаем. Будем.
Вот. Еще у нее аппетит сильно увеличился, так как она никогда вообще в жизни не переедала. Я ее кормлю без ограничений. Просто делаю не очень поменьше жирный, маложирный, точнее, рацион. Вот сейчас у меня желудочки. Очень кушать хочется, очень. Сейчас она уже вообще перешла на питание раз в день. Но вот в этот период она просто раза три ест, наверное, большими порциями. Она пьела большими с удовольствием, но большие я уж ей не даю. Вечерний прием пищи побольше. А вот днем и утром желудочков полкилограммчика. Она аж корм начала у веник подворовывать. Сухой. Немного. Да, кушать хочется почему-то кушать. У многих кошки наоборот отказываются от еды. А у Буси супер аппетит. О, вкусненько. Вкусненько так, вкусненько. Что хочешь? Жишку. Надеюсь. Такие вот делишки. Да все, тут уже ничего не осталось. Вот, зато можете послушать, как рычит. Ложись. Ложись, не убегай. Призыв мальчика, да, мальчика зовем, мальчика вот так зовем. Хрюкалка моя. Ну, порычи еще немножко. Да, да, вот так вот. Вот так вот. Леопард, он бы тебе откликнулся. Да ты мой маленький, да ты мой маленький. Ну, конечно. 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 Ой, как тяжело. Хрюлечка моя. Хрюлечка моя. Страшно вам, наверное, да, смотреть, рычит-то так. Но на самом деле это она так самца призывает к активным действиям. Хрюлечка моя, хрюлечка. Ну что же это такое, что же это такое? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Искатала нам все покрывало. Засыпай, отдохни. Ты, наверное, поэтому больше и ешь, выматывает тебя так. Все. Отрубилась. Хрюшечка моя. Хрюшечка моя отключилась. Вот. Они становятся не агрессивнее, а наоборот, более приставучие. Вообще, она одна находиться не может. Постоянно преследует нас. Все время рядом лежит. Или где-нибудь на голове, желательно, или вот так, на ноге. Суетится, что-то ходит. Ну и кушать хочет часто. Вот так посуетится, посуетится, и все. И во труп. Отключка. Нет, нет, еще не полностью, но вообще полностью отрубается, так что вообще ничего не слышит, не видит. Бубочку. Ой, Бубочку, ой, Бубочку. Да, вот оно, взрослая жизнь. Дело такое. Не всегда приятное. Началось воскресенье все, ну и котах по нарастающей. И вот, ну как я уже говорила, сейчас активная фаза. Это что сегодня? Вторник. Воскресенье, понедельник, ну вот третий день.
третий, четвертый. Самое активити. Потом пойдет на спад. И должно к воскресенью уже полностью пройти. Да ты мой сладкий. Сейчас пойдем погуляем. Выбегаешь немножечко. Даже, говорит, лапы трогайте, пофигу. Да нет, не пофигу. Ну ладно. Ладно. Выматывает тебя, да? Выматывает. Ой, дело такое. Ну и в общем, по поводу стерилизации или не стерилизации. Тут мы кое-что решаем, кое-какой вопрос. Если все получится, то стерилизовать не будем. Если не получится, то к осени уже, думаю, стерилизуем Бубочку. Маленькую девочку. Немножечко мучается. Ну, не то, что усильно. Мы стараемся вот все симптомы как бы скрасить. А, активные прогулки, вот смена обстановки, чтобы у нее внимание переключалось. Вот. Все помогает, конечно. Но выматывает это ее вообще сильно. Она вот реально походит так, попристает, и все. И вот, вот ключики. Вот. Только что вы видели, какая была рыка активная сейчас. Вон. Отключилась. Где-нибудь минут 40 так проспит. Ну, я все 40 минут ее сна не буду показывать вам. Есть еще специальные гормональные капли и гормональные чипы. Но я ничего такого ей давать не хочу. Я считаю, это вредно для здоровья. И сейчас, и в будущем. И тем более, пока мы достаточно неплохо справляемся. Так что вот. Бубочку дрыхнет еще. Я говорю, она отключается вообще. Угу. Пусечку. Маленькую косичку. Устала. Кто-то голоден. Опять. Кто попрошайкины такие? Кто такие попрошайкины? Веня, ты уже целую миску съела? Не прикидывайся. Тоже голодающий. Что за попрошайкины? Я не знаю. Вот, как я говорила, у нее какой-то прям жор на нее напал. Обычно уговариваешь ее покушать, а тут метет как не в себя. Но, в принципе, это и логично, природой так и положено. Я думаю, что набраться самке жирком, чтобы потом потомство вынашивать. Силы и энергия были. Не укатывай. Вот такой корм кутный, вкусный. Ням-ням-ням. Ну, как бы ничего страшного не будет от того, что она чуть-чуть корма поест. Можно сказать, почти как витамины. Корм холистик, так что тоже мясо, только в другой форме. Ну, естественно, много она его не ест, много я не даю. Здесь Веня свою порцию не доела. Буся чуть-чуть угощается. Молодец. Все, иди туда. Иди. Нет, не здесь. Все, иди. Любительница на ковре поесть. Ушла. Бусечка, пойдем гулять скорее. Пойдем выгуливать твою хотячку.
Пойдем гулять, скорее пойдем гулять. Ну, ну конечно, гулять-то надо. Пойдем, пойдем. Сейчас ошейник. Одной рукой не могу надеть. Сейчас. Все, мы пошли на прогулку. Спорт лучший помощник в таких делах. Ну, сразу в грязь грохнулась. Спорт, смена обстановки. Сейчас за мячиком побегаем. Подольше. О, конечно. После дождя-то в хрюлю такую падать. Само то. И опять валяться. Ну, понятно. Такое настроение. 2 метра бежишь, 10 минут валяешься. Бубочка. Бубочка. Бубочка готовится на позицию. Опа. Все. Ждем. Ждем. Она и мячик тебе не дает, да, поиграть? Ну, сейчас поиграешь немножечко. Сейчас мы ее заберем. Надо 2 мячика брать. Есть же второй. Ну и ладно. Она их удобными для игры делает. А, в лужу. Кто-то попал. Грязный жоп. Все, погуляли, побегали немножко. Буся очень ленивая, очень. Кое-как ее заставили чуть попрыгать, побегать. Все. Пока мы здесь, она еще спокойненько себя ведет. А только нам стоит скрыться из поля зрения. Ну, сейчас увидите, что тут начинается. Да ты моя сладкая, да ты моя сладкая. Ой, бублик. Бублик грязный. Уханькался весь. Ухванька ушел весь. Че там, Вовочка ушел? Ой, Вовочка ушел. Ладно. Немножечко поголосишь, и мы вернемся. Домой поедем сейчас. Комарищи развелись просто размером с ладонь. Ой, кто-то голодуся, холодуся, да, кто-то кушать хочет. Вот, говорю, что у нее аппетит прям стал зверский. Ну, с чего начнем? Давай с крылышка давай. Нет? Ты хочешь, с чего хочешь начать? Все, вот с филешечки. Да, понятно, как-то свет здесь светит, тебя не видно вообще. А вот с другого конца нельзя было? С этого неудобно же. Вот так вот. Приятного аппетита, бусечки. Вот у нас первый ужинает. Потом уже остальные. О. Да, я решила вам показать, как булочка ест курочку. Извините. Сегодня у нас
куриный день. Утром желудочки были. На ужин полкурочки и цыплята. Курочка вкусная. Вкусная курочка. Жопку ей тоже съели. Жопку жирную. Прекрасно. Ну вот, период, конечно, сложный и для животного, и для хозяина. Мы его переживаем вот так, как можно больше физических каких-то упражнений, прогулок, смены обстановки и гормоны гормонами, но мозг переключается. И проще его, конечно, пережить. Вот. Уже вечер, мы после прогулок, после всего домой пришли. Покушали. И Буся. Вот ключики спокойно рядом с Веней лежит. Не пристает. Ничего. Вот так. Надеюсь, вам было интересно. Все. Зверей накормили. Всех напоили, спать уложили. Мы пошли сами ужинать. Всем пока-пока.